Здравствуйте, милые друзья и гости моего канала. С вами Антонина. Сегодня я в прошлом лете, вся в воспоминаниях той красоты, которая у меня была на даче. Розочка Мидсаммер настолько хороша. Цвет у нее клубничный, подсветка у нее желто-золотистая. Когда распускается цветочек, необыкновенной красоты. Потом он, конечно, вот такой становится, обыкновенный, но все равно достойно отцветает. Это розочка Германии 2007 года. Очень выносливая розочка. Прекрасно зимует. Для садов Подмосковья очень даже подходит. Достойно выходит из зимы. То есть розочка, конечно, супер. Если кто разводит розы и нет такой розочки, советую. И решила я подобрать и вышивку, как эта розочка, чтобы такая же была красивая и любоваться уже вышивкой своей работы и вспоминать вот такую летнюю красоту, которая, конечно, в воспоминаниях очень долго сохраняется. Вот видите, какая красивая розочка, веточка розы. Схема отличная, нитки даны, поэтому вышиваем с удовольствием такую красоту и будем вспоминать свои летние розочки. Всего доброго, мои дорогие! Пишите, ставьте лайки, подписывайтесь с колокольчиком. Я всегда вам рада и с удовольствием отвечаю на все ваши комментарии. Пока, пока, пока!